С 2015 года Салаватская 18-я школа участвует в региональном проекте «Здоровое поколение. Сильный регион». Эта школа единственная в городе, которая вошла в этот проект с самого начала и на протяжении всех 4 лет является активным ее участником. За это время более 100 учащихся были задействованы в реализации данной программы. И вот этот спортивный проект «Здоровое поколение. Здоровой нации» как раз нам был кстати. Свою неуемную энергию дети выплескивают на занятиях легкой атлетикой. Они с удовольствием ходят на эти занятия, участвуют во всех мероприятиях. Каждый ребенок у нас имеет спортивную грамоту за свои достижения. Одной из главных задач проекта является укрепление здоровья через занятия спортом. И как отмечают педагоги, родители, бабушки и дедушки учащихся, детям это идет на пользу. Для семьи, для детей, для подрастающего поколения – очень положительный эффект. Дети занимаются в легкоатлетическом кружке с удовольствием. Даже в урочное, даже в неурочное время. Благодаря программе «Здоровое поколение. Сильный регион» учащиеся 18-й школы получили возможность дополнительно заниматься физкультурой 6 часов. При этом занятия проводят как учителя физкультуры, так и приглашенные тренеры со спортивных школ. В 2019 году получили сертификат, то, что мы участники проекта, и получили сертификат на сумму 704 тысячи на приобретение спортивного инвентаря. А это различного рода мячи, скакалки, гимнастические коврики. Ожидается поступление лыж. В общем, практически все, что нужно для занятий спортом и оборудования спортивных залов школы, которых, кстати, 18-2. Родители, учащиеся, преподаватели очень благодарны этому проекту, потому что на самом деле, когда вот занимаются дети, очень важно, да, что они вот чем занимаются, мячей вот не хватало нам. Но в целом спортивный инвентарь у нас достаточно не было. А сейчас благодаря этому проекту мы очень счастливы, так скажем. И не просто счастливы, а еще и здоровы. Олег Халиуллин, Олег Долгушин, телекомпания «Салават».